Мудреночи потом, сибирского потом, давайте немного разнообразимся. Вот что я хотел посмотреть. Ачивки, которые над вами глумятся. Я думаю, что многие сейчас вспомнят, кто получал, и вообще забавно будет посмотреть. Стримеру нужен бункер. Давайте донатьте мне на бункер, построю бункер, ребята. Некоторые ачивки вы получаете, просто играя в игру, другие зарабатываете долгим... О, террария! ...упорным гриндом. Кайф! И о первых, и о вторых мы уже выпускали ролики, так что если вы пропустили, то можете посмотреть и... Бля, я повелся на это. Но чур после этого видео. Ведь сегодня мы вспомним те достижения, зарабатывать которые иногда смешно, иногда даже обидно. Ведь сразу понятно, что разработчики над вами смеются. Всем привет! С вами канал IGM, и сегодня мы вспомним ачивки, которые над вами... Вами издеваются. Давай. Вообще все свершения, которые дают повод над вами пошутить в ачивке, можно разделить на несколько групп. Первые и самые обширные из них — та, где игра не боится вас пристыдить за то, что вы не умеете в нее играть или просто как-то супер эпично зафакапились. Ну это охуенная ачивка. В Black Mesa есть вагон и маленькая тележка забавных ачивок, среди которых целый арсенал только тех, которые вам дают за самые разнообразные способы умертвить себя. Достижение «Совершенно нежелательные последствия» вы получите за то, что влезете под луч антимасс-спектрометра до начала эксперимента. Блин, кстати говоря, я бы делал ачивки с более говорящими названиями, ну и прям еще более, намекающими на тупизну чуваков. А ленивым... Типа «Гениальный экспериментатор», я не знаю, типа... Резонансом наградят за то, что вам в ламину дотащить до того же самого спектрометра нужный образец. В результате вы тоже умираете. Да. Если вас переиграет хедкраб, то вы обзаведетесь достижением «Принудительная профилактика». А если выкинет прочь в неизведанные дали с края карты альфа хедкраб Ганарч, то получите «Гонадный глайдер». В общем, даже к смерти в Black Mesa стоит подходить креативно, с душой. Ну, прикольно. В Ryzen имеется ачивка с благозвучным названием «Идиот». Видимо, именно так разработчики думают об игроках, которые не могут превозмочь гравитацию. Достижения дают за то, что вы разбились, упав с большой высоты, 3 раза. Не очень гуманно со стороны разрабов, учитывая, что мест в игре, где можно шлепнуться, просто немного не рассчитано. А по мне отлично. От своей силы. По мне заеби. Вот это если бы я делал ачивки. Дофига. В Эликс, кстати, есть похожая немилосердная ачивка. Мастер по лепешкам. Правда, для нее уже надо постараться. Достижения вручают за 20 смертельных падений с большой высоты. Ну, тут, правда, есть над чем посмеяться. Деянием, достойным издевательской ачивки «Медаль неудачника», разработчики Spectromancer считают вашу смерть в случае, если у противника осталось 5 или меньше очков здоровья. Да, От имени всех игроков скажу, что это лох, жуть как обидно. Блин, я бы сказал, реально лох, и поставил бы сейчас картинку из мема. Смеяться тут совершенно не над чем. Изверги. Под угрозой унижения заставляет быть осторожным и фир, только немного по-другому. Ну, вот признайтесь, было у вас такое, что хотя бы раз вы убивали своего персонажа каким-нибудь глупым способом, например, подорвавшись на собственной гранате. Но один-то раз это ладно, а вот когда это повторяется вновь и превращается в привычку, вам стоит остановиться. Иначе после 5-й смерти вы схлопочете достижение «Король суицида», и будет оно до конца дней висеть в вашем профиле. Оно вам надо. Ну, блин, звучит очень нейтрально. Если все же надо, то похожую ачивку можно заслужить и во второй части игры. Только за прошедшие годы вас разжаловали, вы больше не король, но явно обладаете склонностями к суициду. Так достижение называется. За непревзойденно ловкий... Отстойно, что разработчики боятся названиями таких активов экспериментировать, а... Выстрел в самого себя с помощью дисковой пушки вас наградят ачивкой «Sincere Apologies» в рогалике «Nucleotron». А в классическом шутере... То есть они не захотели переводить это? Под Fresh Supply за 10 убийств самого себя вы получите забавное достижение «I die again». Ну, любят разрабы посмеяться над незадачливыми игроками, не отбирать же у них такое удовольствие. Ну, а вот еще одна ачивка, правда, ее создатели над вами не издеваются, а наоборот, хотят, чтобы вы были крутыми, да? Так, до свидания. Survival Horror Amnesia The Dark Descent вот просит к себе пристального и долгого внимания, а за позорное бегство в главное меню на первой же локации вручит вам ачивку Nope. Еще одна категория насмехающихся над вами достижений — это те, которые даются за какие-то стыдные или просто неприглядные вещи. В Postal таких вещей полно, иначе бы игра не была собой.
Ачивку Хао Киваркян вы получите, если подбежите к умирающему человеку и подарите ему быструю смерть. Это вообще-то милосердием называется. Что тут насмехаться? Не понял я отсылку в этой ачивке. А во второй части Postal сын чувака, чувак, может помочь вам получить ачивку It's sterile and I like the taste. Для этого вам стоит лишь поднять камеру вверх и помочиться на себя. О, и боги-боги. Привет, чемпион. Полина рассказала мне, что ты пытался тыкать в нее своим пенисом. Пора нам поговорить о сексе. На самом деле твой джуджуль — это не просто маленький бесполезный кусок мяса. Это дар. Понятно. Спасибо, муж Сарабит, за 50 рублей. Чего смеяться? Таким образом можно даже потушить себя, если вы вдруг мало ли загоритесь. Однако повторять в реальной жизни не советую. Ачивка Эркелис Протеже появится, если вы будете проделывать ту же самую процедуру с каким-нибудь неписем, пока его не стошнит. Вот вы бы хотели, чтобы все друзья в стиле видели у вас это достижение. Да. Ну ладно, никого не осуждаю, у всех свои увлечения, но я бы не хотел. Про извращенскую ачивку из Нир Автомата во время выхода игры трубили отовсюду, так что вы о ней наверняка в курсе. Я нет. Или не только в курсе. В любом случае, если вы задумали сделать пансушот to be, но не хотите, чтобы об этом кто-нибудь прознал, советую делать это не больше 9 раз подряд. Ведь за 10-й вы получите достижение «Что ты делаешь?». Вообще, Platinum Games не первый, кто такое выдумал. В игре Lollipop Chainsaw от Grasshopper Manufacture тоже выдавали ачивку за то, что вы посмотрите под юбку героя. Гремис призывает тебя к себе. Но... он хочет, чтобы ты провел с ним какой-то ритуал. Но там хватало всего одного взгляда, и вы тут же получали «I did it by mistake». Ну и правильно, а то разводят тут всякие... Бля, видос говно, что они так подают. Потребство. Ну, не переводят и так далее. В King... Это понятно, но это выглядит странно. Когда сначала говорили... Даже обычная ачивка, которая всем понятная. Ну, а потом перестали. Как-то такой, подача фигня. Кингдом Кам Деливеранс над вами напротив посмеются за чрезмерное целомудрие. Ачивка «Девственник» выдается за то, что вы прошли игру, соблюдая целибат и ни разу ни с кем не проведя ночь. Вот будете смеяться, но в игре Я бы эту ачивку изи бы получил. Действительно, для этого нужно постараться. И не из-за ослепительных милых дам, не дающих вам проходу, а из-за того, что в диалогах не всегда очевидно, какая реплика ведет к более близкому знакомству, а какая является просто вежливым ответом. Классика РПГ, в общем. За излишнюю страсть и даже зависимость от алкоголя вы сможете покозырять перед друзьями ачивкой «Алкоголик», а за утоление неуемного аппетита в течение 2 обжора. Дней достижением «Толстопуз». А, ну или так. Потрясающий ироничный бресседж. Разработчиков хлебом не корми, дай поиздеваться над игроком. Но они делают это забавно, поэтому им можно. Вот, например, если после вступительных роликов долго и упорно плевать в робота, то вы рано или поздно получите достижение «Клуб ценителей БДСМ». Ачивку со звучным названием «Совсем деби» вы сможете заработать, если попытаетесь запугать искусственный интеллект в собственном скафандре и просверлите себя дрелью. Если вы думаете, что это стыдный фейл, то я вас разочарую. Настоящий двойной провал — это получение ачивки «Проклятие фараона» в «Титан Квест». Для получения этого достижения нужно совсем не понимать намеков, ведь его выдают за то, что вы нарветесь на чуму, открыв склеп, и ваш уровень здоровья понизится до 10%. А вас, между прочим, предупреждали. Вас предупредили в симуляторе «Вуайриста Beholder». В нем вы можете получить ачивку с названием «Слав...» О, типа это фигня, не? «Баумия отвага, выпив кофе». Все не так просто. Дело в том, что женщину, которая вам его предлагает, вы только что разоблачили как отравительницу. И как всякий порядочный соглядатый... Соглядатый, нихуя себе слово. Вот это, бля, да. Пополняем в словарный запас с IGM. Все не так просто. Дело в том, что женщину, которая вам его предлагает, вы только что разоблачили как отравительницу. И как всякий порядочный соглядатый, хотите вытурить из дома. И она об этом прекрасно знает. А поэтому брать что-либо съедобное из ее рук — так себе идея. Фейл? Еще какой. Ачивку «Они же дети» вы можете заполучить, обвинив во всех грехах собственно... Бля, у IGM хуевая подача. А диктор все делает очень сухо, безлико и дерьмово. Он зачитывает своим голосом, но на этом все. Абсолютно полная хуйня. Прям как бы прям ощущение жесткое чтение с листа. Абсолютно ноль вовлеченности. Просто, блядь, сухая, мертвая. Стильного ребенка на... Мертвая начитка, блядь. Из-за этого очень хуево смотрится видос. Катав на него донос. Хорошие родители так не поступают. А еще они знают заранее, что ответственность за проступки детей до 14 лет... Это вы знаете, это момент старого мышления, когда еще дикторы на Первом канале...
Внимание, внимание, чтобы было четко понятно. Мы говорим размеренно и понятно. Сегодня у нас наступил новый... Ну и вот они вот все вот... Лет несут... Отстой, отстой. ...родители. Так что ловите эндгеймы достижения с мемным названием. К этому моменту вы, наверное, совсем разуверились в человечности создателей ачивок. Ну так я разочарую вас еще больше. Ведь бывают моменты, в которых издевательскую ачивку вы получаете в награду. Вот, например, Call of Duty World at War на Xbox 360 поблагодарит вас за сотни часов, проведенных в игре и потраченных на выбивание 10-го максимального уровня престижа достижением... Google переводчик, кто бы забавнее? Ну да, да. Go да. Get some sun. И правда, бедному игроку, который за такие труды не получит ничего, кроме этого язвительного комментария, стоит сходить проветриться. В Don't Starve Together с достижениями вообще прекрасная история. Создатели игры поглумились одновременно над игроками и Sony. Компания требовала, чтобы в версии игры для PS3 и PS4 добавили ачивки. Ну, Clay Entertainment и добавили. Две. Первую, Look on my works, we mighty, можно было заработать, собрав ужасно прожорливый на ресурсы кубок свершений. Он существует только в версиях для PlayStation и нужен лишь для получения ачивки. Чтобы получить вторую... Да это нормальный троллинг. ...and despair. Нужно запустить этот агрегат 725 раз, а каждая 25-я активация будет ознаменовываться фейерверками, вылетающими из кубка и репликой персонажа достижений. Потом в игру досыпали и других ачивок. Но за славой и беспощадной бессмысленностью кубка свершений им уже не угнаться. «Бесконечное лето» прикольно. Ведет себя с игроком более чем. О, чат! «Бесконечное лето», что ли, поиграть на стриме? Оно просто... Устроить день бесконечный. Специально для дрочера, блин. Знаешь, что сделать? Начать ее прохождение и не трахнуть там никого. Специально. Специально, чтобы вы орали и пищали. Просто потрунивает над ним, если он заработал плохие концовки из Семена, Слави, Ульяны, Алисы и Лены. Их название, соответственно, Epic Fail, успешный превозмогатель, ICQ выше среднего, лидер метал-группы и вскрываемся. «Семь дней лета» не собирается уступать оригиналу. Ачивки этой новеллы — разбитая ламповость и глубина-глубина. Да пошла ты! Но самое выдающееся достижение «Я осилил QTE» вручается под фанфары, аплодисменты и приглушенный издевательский хохот. Как вы понимаете, таких почестей удостоится только осилившие QTE. Вообще, я сомневаюсь, что придумавшие все эти достижения люди сидят в своих студиях, коварно потирают ладошки, да мерзенько хихикают в мониторе, сколько игроков напоролось на ту или иную их подлую ачивку. Да и по-настоящему это не обидно. Подобные достижения скорее созданы для того, чтобы геймеры, даже в сотый раз падая со скалы или выделывая самые дурацкие вещи, чувствовали поддержку и не бросали играть. Ведь ачивка — поощрение, и как бы кто ни отнекивался, всем приятно видеть всплывшее окошко, которое оповещает вас о новом достижении. Даже если в описании над вами посмеиваются. Поделитесь с нами в комментариях, какие ачивки, которые над вами издеваются... Ой, бля. И IGM надо что-то делать с диктором. Либо меняйте, либо говорить ему, чтобы какая-то подача была другая. Хотя ничего не будет изменено, но это тяжело смотреть. Это тяжело смотреть, можно было... Буквально меняешь подачу, и становится все гораздо интереснее.